Всем привет-привет! Вы на канале Люцика. Мы начинаем игру «Бабушка Грэмми». Заранее хочу сказать, что мы эту игру прошли. Досмотрите до конца. Вы сейчас даже увидите 5-секундный ролик в знак подтверждения того, что мы эту игру прошли. Мы начинаем. Вот тут 4 комнаты. В каждую из них можно попасть. Я захожу в белую. Захожу в белую для того, чтобы сразу же взять здесь шестереночку зелененькую. Когда вы ее берете, она добавляется вниз, вот сюда квадратиком. Это не зеленая. Дальше мы начинаем спускаться по этой лестнице. Открываем. Идем за другой шестереночкой. Другая шестереночка находится в этой комнате. Вот в умывальнике мы берем вторую шестереночку, и она отображается внизу в квадратике. Вот наша бабушка прыгающая. К ней лучше не подходить, а то она как ударит своей битой, то мало не покажется. Вон она бегает. Прыгает. Держаться надо от нее подальше. Дальше идем, берем вот эту деревянную биту. Называется хаммер. Вот добавилась бита деревянная. И что, будет бить батюшка? Да. И батька будет бить. Спускаемся вниз. И здесь есть батарейки. Берем батарейки и добавляем. Сейчас нам надо взять ключ вот от этого ящика серенького. Этот ключ находится чуть ниже. Я бы пошел другой дорогой, но там бабушка рассверепела. Я боюсь нарваться под ее горячую руку. Вот когда вы подходите вот к таким низким проходам, ваш персонаж должен присесть. Вот внизу, слева в углу, есть кнопочка. Нажимаете и приседаете. Прежде чем зайти в комнату, надо посмотреть, есть ли там бабушка. Бо она может внезапно подкрасться. И тогда вы точно разлетитесь на кусочки. Вот в этой комнате наш желтенький ключик от того серого ящика, который мы сейчас пойдем откроем. А еще здесь есть зеленый ключик, тоже нам понадобится. Так, здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот о чем я и говорил. Прежде чем зайти в комнату, надо посмотреть, есть ли там бабушка. Начнем сначала. Зелененькая шестереночка. Идем дальше. Да, попали мы под раздачу, да? Ах, блин, рассверепела бабуля. Знает, наверное, что я умею проходить. И бегает, прыгает здесь. Бедный мальчик. Так, ржавую шестереночку взяли. Ах, вон она. Убегаем, убегаем. Всех поубивала. Желтый ключик на кухне. Кот тоже надо обязательно. Так, вот наш маленький желтый ключик и большой зелененький ключик. Так, где наша бабушка? Не вижу я бабушку. Побежали. Сейчас откроем тот серый шкафчик, который нам надо открыть. А, ну да. Не забываем молоточек.
Не забываем батареечки. Вот они, батареечки. А где зима? И вот серый шкафчик. Берем наш желтенький ключик. Вот он. И тут надо запрыгнуть прямо в шкафчик. Это не всегда получается с первого раза. О, получилось. Потом прячем желтый ключик. Потому что если вы его не спрятали, то мы не возьмем арбалет. Берем арбалет, вот он добавился. Берем обратно желтый ключик. И так как нас закрыло, то... О, там кто-то прыгает. Может, это неправильный ключик. А, с молотком хочет зайти. Так, открывайся. Вот, открылось. И мы с арбалетом. Арбалет – нужная штука. С помощью арбалета бабушка уже не убивается. Вот, я прочитал в комментариях и сам стрелял в нее. Бабушка не убивается. С помощью арбалета нам надо сбить вот ту красненькую отвертку. Сейчас мы ее собьем. Вот, с первого выстрела. И где наша... Я смотрю... Шухер. Синяя бабушка. Бабушка. Какая бабушка злая, когда второй раз заходит, знает, что я знаю, как отсюда выйти. Так, отлично. Вон я. Прямо за нами. Она знает, что мы сможем выйти, и прямо за нами бегает. Так. Бабушка нас ждет, я смотрю. Так, надо обойти. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Так, где там бабушка? Нам просто надо в эту комнату попасть. Во. В этой комнате есть такая страшная, тут такая штука, гильотина. Первый раз, когда я к ней подходил, все нормально. Я ложился, и ничего мне не происходило. Но сегодня в игре, когда я зашел, то эта гильотина мне отрубила голову. И я поэтому больше туда заходить не буду. Так, дальше мы берем вот коричневый ключик. Только с помощью него в руках мы можем открыть вот эту дверь. Открываем, заходим, запрыгиваем. Обязательно прячем ключик. Берем вот эту шестереночку. Она у нас добавилась вот в рюкзаке, вот она, видите? И она нам, мы сейчас перенесем ее сюда вниз, потому что она нам понадобится. Переносим ее, зажавши левой кнопки мышки на этой иконке, зажимаем и переносим вниз. Это важно. Папа, так, блин, бабушка стоит, капец, вон она. Капец. Но за девочкой погналась, и теперь она там стоит. И что будет? Ну, надо, может, уйдет бабушка. Хотя я сомневаюсь, что она уйдет. Она сейчас убьет ту девочку. Так, нам надо желтый ключ. Так, где там желтый наш ключ? Так, вот желтый ключ. Мы сейчас уйдем отсюда. Убежим. Хотя нам надо вот туда, где девочка стоит, по правде говоря. Так, но у нас есть отвертка, поэтому мы сейчас пойдем с этой отверткой. Так, мы пойдем с этой отверткой. В нычку, которая закрыта серым
батюшка укусил нячку. Ничего страшного, это ж комарик, наверное, укусил маленький, да? Это бабушка укусила. Бабушка укусила? Да. Понятно. Вот, под самой лестницей находится вот такая серая тайная дверь. А я человек, который... Берем в руки отвертку, и только с помощью нее мы сейчас пройдем за вот эту стальную... Молодец. Прячем отвертку, берем ключ. Ключ добавился прямо в рюкзак. Сейчас надо проверить. А, не хочет он. Вот, сейчас он добавится. Вот, он добавился. Опять нас не выпускает. Надо взять в руки отвертку, и тогда дверь откроется. Прячем отверточку. Низкий проход. Садимся. И медленно, но уверенно проползаем. Проползаем, берем вот этот желтый ключик, который мы только что нашли. Берется он тогда, когда она встанет. Так, ну чё ж ты не берешься? Так, надо вниз перенести, а ну, вот. Вниз переносите кубик, и тогда он точно возьмется. Открывается, встаем на колени. Вот, прячем отвертку, берем плоскогубцы. Посмотрим. Плоскогубцы. Взяли, взяли. Переносим его вниз. И выходим. Нас не пускает, надо взять ключ желтый в руку. И сейчас мы пойдем в то место, где мы возьмем. Возьмем карточку пластиковую, без нее дверь мы не откроем. И только с этой Так, а где там бабушка? Ох ты, елки-палки, девочка до сих пор стоит, боится бабушку. Боится бабушку. Так, может мы сейчас присядем и сможем туда пройти? Ну нет, так нет, еще раз придется пройти. Так, зеленый ключ. Давай, девочка, подвигайся. Отлично. Пока девочка там боится ту злую бабушку. О! А нас здесь и бьют. Мы сидим, а нас бьют. Ну, как несерьезно. Так. Первый, второй, так. Первый. Ну, открывайся. Первую шестеренку мы вставили. Потом вот под номером 2 вторую шестеренку. Нас пускает вторая дверь. И по третьим номерам третью шестеренка. Так. А ну третью сейчас. Вот третью. Давай, давай, третью. Ну, вот. То есть есть внизу три шестеренки. Первая идет зеленая. Потом, я вот не помню, а, красная, потом коричневая. Зеленая, красная, коричневая. Прячем шестеренку, берем вот эту. Вот, добавилась она, Master Key. Беленькая такая. И потихоньку выходим. Но там может нас ждать сюрприз в виде бабушки Гренни. Так, девочки. О, девочки нету, зато бабушка есть. Ну, вообще великолепно. Сейчас мы встанем и пойдем в самое главное место. Место, в котором мы возьмем желтый ключ от входной двери. Именно из этого желтого ключа люди не могут попасть. Не могут попасть и выйти. Вот мы поднимаемся наверх, идем мимо вот этого вот такого кровавого манекена.
Идем. Проходим мимо монстра. Открываем дверь. И заходим вот сюда. Достаем наши плоскогубцы. Так, плоскогубцы. Так. И вот. Мы в потайной комнате. Взяли этот ключ. И выходим. Выходим. Все. Желанный ключик у нас в руке. Теперь надо в правильной последовательности выставить нам вот эту панельку. На первом месте молоток, на втором месте плоскогубцы, на третьем месте табличка с кодом, на четвертом месте батарейки, на пятом месте карточка, на шестом месте самый главный желтый ключик. Сейчас посмотрим, где там бабушка. Бабушки нету. Это хорошо. Так. Ну, нам уже кто-то помог. Открыл это. Молоток уберет деревянную панельку. Потом. Плоскогубцы. Нам вот включат дверь вход. Код. Надо подпрыгнуть. Ну, тут уже код кто-то снял. Так, батарейку. Вставим батарейку. Во, вставили батарейку. Теперь ключ. Теперь этот ключ. И вот он момент славы. И вот конец игры. Ура! The end. Вон бабушка Грейни стоит. Вы на канале Люцийка, и сейчас было полное прохождение игры «Бабушка Гренни». Вот Люцийка стоит уже на улице с этим желтым ключиком, и мы убежали от бабушки Гренни. И вот мы получили такой значок, который сейчас я вам покажу. Называется этот значок «Вы спаслись в игре «Бабушка Гренни». The end. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие приключения Люции. Всем пока-пока. Пока-пока.